Проектный офис регионального министерства труда и социальной политики «Шаги к благополучию» перевыполнили план по трудоустройству безработных граждан. Плановый показатель проекта по трудоустройству в целом по республике на текущий год установлен в количестве более 10 тысяч человек. Для достижения цели Минтрудом Республики Тыва заключены ряд соглашений с крупными инвестиционными компаниями, индивидуальными предпринимателями, подрядными организациями. По предварительным данным, на 22 декабря 2017 года по линии центров занятости населения районов и городов Тувы трудоустроены более 10 900 безработных граждан. Из них на постоянные рабочие места трудоустроены более 4 000 человек, что в 2 раза выше показателя прошлого года. Степень достижения показателя годовому плану составила более 106%.